Вау! Ну и всем привет! И сегодня я для вас снимаю утренний влог. Я сейчас очень-очень сонный, так как у нас 6:50, вот, 6 утра. Вот, у нас так вот здесь все. И сегодня мы хотим вам показать, что мы делаем перед школой, ну, перед начальной учебой. Кстати, да, мы решили на 100%, что все-таки мы будем снимать с озвучкой, так как это более, так скажем, прикольно. Ну, я сам хочу сам снимать, так что так. Сегодня мы вам покажем, что мы делаем, а то есть кушаем, там гуляем. Но, скорее всего, это видео вы смотрите днем, так как, Настя будет в школе, ей некогда будет, так скажем, ну, выкладывать. Утром мы обычно нежимся в постельке, то есть Настя меня по-всякому там чешет, делает массажик, я лежу, кайфую. Вот. Да, так что Винечку я сейчас помассирую, а потом мы будем снимать, как Веня кушает. Ну, ребята, пока меня тут чешут, и пока я тут валяюсь, можете пока что посмотреть на вот эти вот несколько замечательных комментариев. Да, мы теперь их будем вставлять в видео, поэтому пишите их, вот эти вот комментарии. Всем большое спасибо, что вы их пишете. Ну, а сейчас я буду кушать. Сегодня я буду кушать сухой мармон. Ну, а сейчас мы идем гулять. Ну а сейчас мы уже вышли. Кстати, смотрите, это Клавка, это мы вчера, когда к нам Аутур приходил в гости, мы вчера там в Клавка играли и рассыпали ее. Я одет вот в такую вот курточку. Где Артур? Сейчас мы стоим, ждем Артура, потому что он сейчас придет к нам, подойдет, тоже с нами немножко погуляет. Он нам позвонил. Да, Веня? Да, я очень хочу сейчас с Артуром встретиться. Да. Сейчас он должен откуда-то оттуда или оттуда выйти, я сам не знаю. Ну, сейчас. Короче, ребята, все, мы тут уже с Артуром гуляем. Ну, да.